Здравствуй, дружище. Записываю это видео ночью. Так уж получилось, так уж и не свезло. Привет, усаживайся. Я не знаю, может, ты соскучился по битве замков, может быть, нет. Насчет себя скажу, что, наверное, все-таки не очень. Ну, знаешь, пиздеть не буду. Вот давай честно, вот пиздеть не буду. И даже вот человек, который мне сейчас предоставил этот аккаунт, он ждал очень долго, чтобы я до него добрался. Но, тем не менее, если ты рад меня видеть в амплуа, в моем старом... Знаешь, я даже, блядь, перезаписывать не буду, вообще похуй. Вообще похуй. У нас, знаешь, сегодня будет, как тебе сказать, видео такое, блядь, а я даже это слово забыл. Знаешь, вот пришел с вами побалаболить, попускать воду. Я гусь, я не боюсь. Короче, дружок, лайк поставь, ёпта. Вот, и мы тогда с тобой посидим, лампово, как в старые добрые времена, поговорим. Знаешь, мне еще кто-то писал, вот, блядь, так жаль, легенда БЗ уходит. Господи, какая нахуй легенда, какой нахуй БЗ. Ладно, давай, у нас сегодня тема нашего выпуска невероятнейшего, просто умопомрачительного контента на целых 1005 просмотров, если повезет, заключается в том, что это у нас самый сильный бездонатный аккаунт на сервере. Если честно, я не ебу, он самый сильный бездонатный аккаунт на сервере или нет, бля. Типа, пацаны, грубо говоря, если у вас есть аккаунт без доната сильнее, пишите в комментариях, оставляйте там заявки на роллинг, вот там ссылка в описании, вот туда-сюда, если вы там ни разу не донатили. Базара ноль, я ваш аккаунт покажу, если он, блядь, круче, сильнее, чем вот этот. Пока что он для меня самый сильный. Да, может быть, это кликбейт, может, я вас нахуй всех развел, блядь, и по факту это нихера не самый сильный аккаунт, но меня, если честно, не ебет. Вообще похуй. Вот. Но, тем не менее, если у кого-то аккаунт круче, без базара, вообще зуб даю свой кривой, покажу. Далее идем, ну, чтобы не быть пустословом, вы сами видите, здесь ни копеечки не вложено. Просто, блядь, девственный аккаунт. Вы понимаете, еще плево не разорвано. Понимаешь, блядь, мне сейчас орать нельзя. И, скажем так, в своем духе, в своем стиле вещать не могу. Соседи, блядь. Ёпта, в таком доме живу, что я вот, знаешь, сейчас... правым полужопием пошевелю, а левое полужопие взбаламутится, пердано, а это сосед услышит, и бедный проснется, блядь. А мне жаль, ему рано вставать, в отличие от меня. Хотя, возможно, и мне рано вставать. Я не знаю, это, знаешь, такая лотерея у меня на самом деле. Сегодня я вам покажу этот аккаунт, плюс еще пока что ночью до 8 утра у нас есть такая херобура, как карнавальный торт. Просто вот. И мы этим воспользуемся, у нас 25 тысяч самоцветов. Вообще похуй, никуда не спешу. Просто сижу, расслабляюсь. Вы хотели видос, понимаете, вы уже настолько соскучились по видосам по БЗ? Нет. И по мне соскучились? Нет. Что я могу себе позволить, все что угодно? Нет. Короче, смотри, да, аккаунт бездонатный, но тем не менее у нас присутствует Динамо. Вот, понимаешь, хули я вам сейчас буду рассказывать. Я отстал от жизни битвы замков на месяца три. Ну вот у нас есть, бля, Динамо, он нахер никому не нужен, он не задействован. С одной стороны, это пиздато то, что у нас есть Динамо на бездонатном аккаунте, а с другой стороны, залупень полная, потому что хули от него толку. Это эпический герой, ты его эволюционировать никаким образом не можешь. И что ж ты с этим поделаешь? Ничего. Вот ты играешь без доната, сидишь, смотришь, радуешься, такой типа, блядь, Динамо есть, Пипидандер вырос сразу на сантиметр от, блядь, 2,5, но Динамо-то этим ты воспользоваться не можешь, потому что он нихуя не может, потому что он без эволюции, да и даже если был с эволюцией, ты все равно играешь без доната, и как бы, эх, печаль, тоска галимая. Ладно, по факту здесь достаточно много эпиков, да, и типа, окей. Я, пацаны, честно, блядь, я не ебу, не в зуб ногой вообще, что вам показывать.
Ну вот, но этот аккаунт вы еще, скажем так, увидите. Но перед этим всем действием, хотел сказать в начале видео, хотя видео уже длится, блядь, 4, блядь, почти 5 минут, прорекламирую гильдию под названием Crocodiles. Крокодилы. Короче, вступайте к крокодилам. 13 место, то ли по силе, то ли по взносам. Парень, хозяин аккаунта, сказал, что данная гильдия ему как родная. Роднулечки, понимаешь? Вот. А если там роднулечки, то значит, ты коллективчик хороший, так что можешь взять и ёп вступить. Так. Да, на 13-е в топе по силе. Это вам не писки, это, знаешь, это там не КГшками вам скинуться, блядь, чтобы вы нахуй понимали, блядь. Ладно, 849 тысяч аккаунт без доната. Это что-то неведомое. Есть вообще на миллион, а? Я не знаю, что. Короче, сами смотрите, какие здесь герои есть. Прокачки. Ну, блядь, вот такие вот прокачки. Лучше смотрите, сами это все оценивайте. Я вам скажу честно, я не буду делать умное ебало, я просто скромненько посижу такой, ну да, типа, блядь, нихуя не понимаю, нихуя не соображаю. О, ну вы просто смотрите, ставьте лайки, блядь, подписывайтесь. Блядь, на стримы мои приходите. Вот, короче, на самом деле перечень... Блин, эпиков могло бы быть и побольше, и подольше. Ладно, так, знаешь, твоя девушка могла бы сказать, блядь, что я сейчас уже такую хуйню хотел пошутить, типа, знаешь, вот этот вот замут, типа, блядь, подольше, твоя девушка тебе обычно говорит, чтобы ты подольше мог бы и подольше. Ой, блядь, ёб твою дивизию, середина ночи, Саша пизданулся нахуй. Ладно, смотри, короче, ёпта, пиздец. Я вот, знаешь, смотри, перестал записывать видосы. Столько слов паразитов появилось. Столько предложений не по делу. Вот. Ракшасы нету. Звездного боксера нету. Инквизитора нету. Вермильона нету. Ну, вождь минотавров, типа, по факту. Арктика по факту, да, окей. Разрушитель на бутылке сидит. Да. Ладно, механоид, альфа, вольтор. Знаешь, у нас сейчас такое, типа, видео не для всех. Хотя, знаешь, битва замков это уже, да, если ты снимаешь видос на тему битвы замков, то как бы это изначально тоже, блин, не для всех нахер. Так что, это, знаешь, для определенного маленького количества людей, каргул, жрица воды, ух ты, божечки. Идем дальше, инквизитора, ёб твою. Но, ребята, вы узнаете, вы скоро увидите этот аккаунт на канале, и с ним кое-что случится. А что случится с ним, вы можете, во-первых, узнать у меня в телеграм-канале, перейдете по ссылочке, я там коротко напишу, что с ним случится. Ну, если вам лень переходить в мой телеграм-канал, на который я забил тоже нахуй, у меня там минус 400 подписчиков, у меня их там никогда особо и не было. Слушай, а может и было, может по 2000 было, или 1500 максимально было, короче, не суть. Я, знаете, как ленивая рожа такой, типа, блядь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вам там буду голосовухи записывать, рассказывать там свои эти... секс-видосы скидывать, да, там, типа, как я теребонькую своего гуся, но нет. В конечном итоге зачастую туда просто выкладываю видосы, чтобы у вас уведомление приходило, чтобы вы знали, что я начал свой никому нахер невероятный, невероятно ненужный стрим. Вот, но, тем не менее, иногда я пророждаюсь, пощу там какие-то видосики, записываю голосовухи. Это, знаете, это как... вдохновение, блядь, сверху. Ну, и, грубо говоря, если я вижу какую-то активность, что там что-то растет, тогда, да, мне прям хочется. А когда я вижу, что, ёпта, там, типа, хуяк, подписчики не росли, я такой, ну и хуй с ним. А потом они начали падать, ну и хуй с ним. А почему это происходило? А потому что, ёпта, я там ничего не делал. А ничего не делал, потому что у меня не было мотивации, потому что там все падало. А почему падало? А потому что нихуя не делал. А почему нихуя не делал? Потому что у меня мотивации, блядь, не было, понимаешь? Смотри-ка, блядь, ракшаса выпала. Ракшаса. Короче, смотри, у тебя есть два варианта. Два варианта, два пути, две таблетки. Да,
ты одну из них выбираешь, и, знаешь, это как матрица, матрица, да, может, ты смотрел фильм «Матрица», хотя какой ты нахуй смотрел, ты по-любому сейчас пиздюк какой-нибудь сидит там 12-летний, блядь, он нахуй не знает, что такое матрица, блядь, я там, блядь, у себя в телеграм-канале выложил четырехминутное прохождение «Марио», ну вот. Марио, блядь, на Дензи пройти за 4 минуты, ёпта. Сука, мне моей жизни не хватило, чтобы его пройти, а там кто-то за 4 минуты прошел. Я более чем уверен, там половина людей, которые это видео увидели, такие, типа, чё? Марио? Чё это, блядь, такое? Эти чё, неандертальцы играли вот в это? Ну, то есть, ну, типа, блядь, я... Ладно, короче, выбили мы Ракшасу. Короче, у тебя или вариант подписаться на телеграм-канал и узнать, что я сделаю с этим, блядь, аккаунтом. Или же у тебя вариант взять и написать в комментариях и самому предложить, что сделать с этим аккаунтом. А, может быть, с ним, над ним сексуально надругаться. Хули я такой пошлый сегодня, блядь, а? Давно вас не видел, понимаешь? Соскучился. Сперматоксикоз, блядь, в 30 лет. Заебись. Ладно, не суть. Я уже 18+ получу на это видео. Но не суть. Не суть. Не суть, друзья. Короче, пиши в комментариях свои предположения, что станет с этим аккаунтом. Просто возьми, блядь, и напиши. Вот нахуй не стесняйся. Будь собой. Фонтан желаний. Хватай-ка, блядь. Давай. Нахуй, не стесняйся. Подожди. Чё я сюда зашёл, блядь? Карнавальный торт. О, смотри, что мы нахуй забираем, блядь. Ебать. Вот это повезло. Ребята, живём. Ну, а ништяки, наверное, открою в следующем видосе. А может быть, не открою. Ха, всё зависит от тебя. Сука, лайк поставь, короче. Вот только я не знаю, когда вы увидите следующее видео. Завтра? Или через неделю? А может, через две? А может быть, вообще никогда. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всем пока. Спасибо, кто досмотрел до конца. А, ребят, предвкушаю то, что вы скажете, что типа, блядь, ты нахуй не показал, что у него там пройдено. АК-волна? Угу. АДЖ-5. Да, он еще ковалну не начал проходить. Дальше. Где подземки, блядь? Суки. Подземелья. А, кошмарные подземелья. 8-я не пройдена. Что-то мастерские подземелья. Ну, это мастерские подземелья. Что тебе еще показать? Ой, блядь. Королевская битва, блядь. Окей. Хуйня. Дальше, что там еще показать? Ну, что-то там еще было. Арсенал, блядь. Чё? Ой, да пошли они нахуй.